посещение, конечно, очень ответственный момент. Мне доверили такую честь совершать олимпийскую эстафету и зажигать городской факел. Поэтому я не могу сказать, что я все-таки участник олимпийских игр. Как спортсмен участвовал в олимпийских играх, как тренер участвовал в олимпийских играх. Это в Пекине и в Лондоне. Поэтому я с этим постоянно соприкасаюсь. И мне было приятно, что я понес этот факел.